Но ваша первая команда была основана в Александрии, которая называлась We Five. Нет, нет, нет. Это было в Греции. We Five, The Idols. Все группы были созданы в Греции. Опять же, в то время не было дискотек, поэтому люди шли в ночные клубы, чтобы танцевать под музыку, которую играли группы. И мы играли много разной музыки. От рока до твиста, медленная музыка и ча-ча-ча. Так что это была хорошая школа. Мы привыкли играть музыку многих стилей.